Дорогие ишимцы, гости города Ишима, сегодня мы отмечаем столетие музея Петра Павловича Ершова. Та великая сказка, которая была написана Петром Павловичем Ершовым, вошла в жизнь многих стран и народов. По-прежнему живет среди нас. Мы продолжаем ее жизнь новыми сказками российских и зарубежных писателей. Международная литературная премия для детей и юношества продолжает жизнь русской сказки. Благодарен всем, кто нас поддерживает и понимает. Администрация города Тюмени, Артюхову Андрею Викторовичу, Шишкину Федору Борисовичу, Рейну Виктору Александровичу, Проскуряковой Надежде Леонидовне, Крамар Геннадию Андреевичу, Филипповой Татьяне Павловне, Нечариной Любови Сергеевне, Тихонову Александру Ивановичу и Никасу Сафронову. И всем тем, кто принимает участие в нашем проекте. Пусть на века процветает музей Петра Павловича Ершова, а город Ишим живет и радует. С праздником, дорогие ишимцы!